Здравствуйте, Андрей. Это видео про ваши одуванчики. Первый одуванчик для Гелиос 81N. Фокусное расстояние 50 мм, диафрагма 2 до 16. Как правило, на советских объективах камеры Nikon не могут правильно отрабатывать диафрагмы. 2,8 будет отрабатываться правильно. Дальше нужно будет вводить поправки или перепрограммировать одуванчик. Например, от 2 до 32. Есть таблица поправок, если вы будете в этом заинтересованы, я вам ее вышлю. Одуванчик, как видите, запрограммирован. Сейчас я его упакую. Также он в нужном месте подпилен, чтобы он был ровно наклеен. Без подпиливания есть большая вероятность поломки одуванчика. И второй одуванчик со специальной полочкой для наклейки на КПН. Он запрограммирован по умолчанию. Диафрагма 2,8. Фокусное расстояние 45 мм. Вот, как видите, 2,8 диафрагма. Вы всегда его по нашей инструкции сможете перепрограммировать. Так вот, ваши два одуванчика. Сейчас я их упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.